Друзья, приветствую на канале «Как вязать». Чтобы смотреть все мои новые видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Не забывайте ставить лайки, друзья. Давно у меня на канале не было видео, и сейчас я решила связать интересный проект. Обязательно с вами поделюсь. И сейчас я получила, уже заказала пряжу. И буду распаковывать. Пряжа очень интересная, красивая. Сейчас вместе посмотрим, что же в этом красивом нежном пакете. Итак, вот с вами раскрываем и будем смотреть, что же у нас внутри. И обязательно я свяжу сейчас образец небольшой, чтобы посмотреть, как эта пряжа красивая выглядит. Посмотрите, какая прелесть, друзья. Даже просто восторг. Вот такая пряжа от Drops, шикарнейшая, называется Soft Tweed Mix. И смотрим сейчас, что же у нас по составу. Состав великолепный, то, что мне нужно для моего проекта. 50% шерсти, давайте сейчас я сделаю поближе. Вот так, чтобы все рассмотреть и почувствовать эту пряжу. 50% вул, шерсть у нас, 25% альпака и 25% вискозы. Просто шикарный, великолепный состав. Быстрее хочу уже начать вязать изделия. Вот у меня здесь сколько моточков. Давайте их посмотрим, посчитаем. Все это должно хватить на мой проект. Вот столько много всего у нас. Вот. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 моточков. То есть 450 грамм. Это должно хватить на мой проект, который я задумала. Ну и, конечно же, сейчас мы с вами свяжем образец, чтобы посмотреть, как будет выглядеть эта пряжа в образце. Вот. Нашли. Очень приятная на ощупь. Она мне очень нравится. Так, давайте с вами свяжем образец. Свяжу я обычной лицевой гладью, чтобы посмотреть, как же эта пряжа у нас будет выглядеть. Так, достаточно, чтобы посмотреть качество. Она мне очень уже нравится. Итак, я свяжу просто лицевой гладью несколько рядов и покажу вам, что получилось в итоге. Вяжется очень легко, просто, приятно. Люблю вязать деревянными спицами и пряжу из натуральных составов. Очень красиво и приятно. Итак, друзья, я уже связала образец. Вот так он выглядит. То, что нужно. Я уже прочувствовала эту пряжу. Она шикарная. Поскорее хочу начать вязать проект. Так выглядит лицевая гладь. То есть она такая, вот видите, немножко вкрапление другого цвета, кофейного. Молочный цвет. Вообще этот цвет 02 называется марципан. С изнаночной стороны вот так выглядит. Очень нравится мне пряжа. Напишите свои отзывы в комментарии, насколько вам понравилась эта пряжа. И смотрите, что здесь у нас еще я вам забыла сказать. По составу я вам сказала. И в 50 граммах здесь 130 метров. Рекомендуется вязать спицами четверкой. Я вязала образец тройкой, и скорее всего я уже планирую, вижу, что буду, наверное, вязать тройкой с половиной. Но в следующих видео буду более подробно все рассказывать.
А на сегодня все, друзья. До новых встреч. Пока-пока.